Пекс. Легкая пауза остановлена. Мы начинаем КВН снова. Всем привет еще раз, соответственно, да. У нас тут No Man's Sky планируется вроде как. Если хочешь, можешь зайти позже, если еще будешь играть. Да можно, в принципе, быть. Но, наверное, сегодня не стоит, потому что сегодня я по большей части буду чисто ерундой заниматься. Ну вот, но потом можно будет как-то действительно большой толпой собраться, там какие-нибудь квесты поделать. Я видел то, что там есть задания то ли Nexus, то ли что-то такое, вроде кооперативное, да? То есть там большие какие-то рейды, может быть, или что-то такое. Вот, можно будет пощупать что-то такое. Ну и всякие заводы там поразить, как вариант, как вчера. Я, кстати, пока сам с собой бегал, да, немножко нашел какие-то шипастые яйца. И они очень агрессивные, потому что, ну, на меня налетело столько стражей потом, что было очень больно. Вот. И мне это не понравилось. Дорогие шутка? В смысле дорогие? Там надо платить за выполнение миссии, что ли? Так понимаю, да? Ну ладно. Почему нет, в принципе? Да, наверняка и награда какая-то будет приятная за это все. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что так все устроено. Так, загружаем давай. Пошли. Сейчас оно будет, правда, 10 лет грузиться, по идее. Заодно дайте-ка я вот это пока уберу. Это закрою, соответственно, это разверну. Когда же я допройду Kingdom Come-то, а? Вопрос хороший, конечно. Просто хочется после него продолжить Walking Dead пройти. Еще и Divinity надо. Тоже подавненько его не запускали. Эх. Ладно, надо что-то будет придумать. Грубо говоря, со всем этим добром. Надеюсь, сообразим. Меня, кстати, что-то как-то немножко напрягает саундтрек в этой игре. Он такой, знаете, прям как будто гличевый немножко моментами бывает. Я даже думаю его иногда отключить. А, можно камеры крутить, оказывается, в процессе полета через космический кисель. Любопытно. Ну да, полет в киселе, он в 20 FPS происходит, потому что всю окружающую среду подгружает на это довольно долго. По крайней мере, на моем компе. Ну да, я немножко еще побегал, как бы поизучал те рецепты, которые, в принципе, существуют в ПТРе. Там реально можно дофига чего открыть, по сути. Вот, то есть есть куда, грубо говоря, развиваться, улучшаться. И этим мне игрушка нравится чуточку больше. И я сейчас сделаю очень странное сравнение, нежели чем Sea of Thieves, да, то есть Море Воров. Потому что в Море Воров, насколько я понял, есть только косметика различная. Вот, а здесь нет, всякие там бластеры улучшать свои там подобное. Красивая? Да, красивая. Жалко, что в 5 фэпсах только. Но вообще тут и посимпатичнее бывают места. Вот. Когда уже непосредственно в самой игре находишься, да, летаешь там от вселенной к вселенной или галактики к галактике. Вот. Там прям реально миленько получается. Вот, допустим, та планета, на которой я решил остановиться, она с тремя солнцами. Вот, и там закат и рассвет такой мощный. Я думаю, вау, классно, тропическая планета, 30 градусов, всегда круто. И думаю, что такое значит повышенная влажность, да? Или какая там у меня была влажность написана. Наверняка это ничего страшного. Ага, ничего страшного. В итоге там как начался ливень тропический, который кипятковый, то есть 100 градусов по Цельсию. Вот это такой классно. Вот это у меня курорт интересный получился. Поэтому я думаю о том, чтобы свою базу переместить под воду, короче. Я хочу под водой потусить. Смотреть, как это будет. Потому что, в принципе, это действительно можно организовать. Я нашел подводные строения, то есть, ну, рецепты на них. Но я их пока не открывал, если что. Так, я у космоса, да? Давайте подождем, когда все подгрузится нормально. Алло?
Так, где это я? Это я, по-моему, в той планете. Ага, все, это стартовая моя планета, понял. Утопиться, утопиться тоже можно будет попробовать. Почему бы и нет? Собственно, я рассматриваю любые варианты. Так, ну давайте перелетим сразу в нужную нам. Местность. Полетели. Сейчас картинка сыпется, наверное, просто катастрофически. Но что поделать. Ну я бы однозначно хотел эту игру в VR пощупать. Она реально интересно выглядит. Удивительно, но вроде не сыпется. Ну тогда она посыпется сейчас. Вот 100%. Во, теперь должна сыпаться. Вот тут даже у меня в глазах рябит. И вот так вот надо 20 секунд лететь. Сыпется теперь, да? Вырвиглазненько. Посыпалось, о, да. Ну вообще, да, опять же, напоминаю то, что игрушка продается сейчас в Steam по скидочке. 1000 рублей всего лишь. И бесплатные контентные DLC, попрошу заметить. Со стороны разработчиков. Вылите прыжки поприятнее. В принципе, готов согласиться, да. Ваш питомец готов отложить яйцо. Когда зародыш сформируется, из яйца вылупится новый питомец, который будет точно таким же, как его родитель. Вы также можете воспользоваться секвенсором яиц на борту космической аномалии, чтобы генетически модифицировать яйцо. Можно делать уникальных существ. У меня она есть, подарили на Новый год. Ну, ты знаешь, где мы можем встретиться с тобой тогда, получается, да? И чем мы можем тут с тобой заняться? Так, ну вот моя маленькая коробка стоит. Приземляемся. Попытки утопиться, именно. У Гезера. Не об этом ли мы все мечтали? Так, я могу сделать вот такую вот херню. Нужно 50 парафиния. Парафиний на этой планете есть. Надо пойти его добыть. Залежи соли, конечно же. Где еще Джифан может поселиться рядом, как не с залежами соли. Двойной соумуист. Если мы кого-то еще позовем с собой, то будет тройное. Да. Не, ну в аниме «Прощай, жестокий учитель», да, это было типа высшим проявлением любви. Насколько я помню. Ты же петербургский, да. Ну, так-то нет, но так-то да. То есть, ну, 50-50. Так, сейчас я вспомню все клавиши, которые тут задействованы. Мне нравится голос вот этой вот озвучки, да, ну, моего костюма, не знаю. Что-то в нем такое есть приятное. Так, как это делается-то все? Да, по-моему, прям вот так. Угу. Поехали. Давайте добудем сразу побольше парафиния. Ну, если быть точнее, то просто высосим все. Всю эту ямку. Кстати, слушай, Мира, я недавно тебе хотел в Дискорде написать, но что-то не нашел тебя там, ни в истории сообщений, ни твоего Дискорд-сервера. Ты типа удалилась из него, что ли, или как? Если это секрет, то можешь не отвечать. Нет, не удалилась. Может, я слепой. Ну, я вроде бы все ползал. А, блин, не спал. Оп, оп, оп. Так, а еще я знаю то, что теперь можно делать вот так.
типа... нет, не работает. Малюху зарофлю. Ну ладно, давайте сгладим немножко. Сделаем вид, что здесь холл. Просто-напросто, вот и все. Сядет. Сейчас я тебя сама достану. Оу, май. Звучит страшно, но давай. Я за. Я однозначно за. Так, а у меня, походу, кончается феррит, да? Да, у меня феррит кончился внезапно. У меня зато дохера силикатного порошка, можно его использовать. Так, это не то, что я хотел сделать. Но это чистый феррит. Давайте тоже достанем. Так. Нужно 5 металлических обшивок. Давайте сделаем. Но это нужна ферритная пыль, да? Блин, блинский. Пошли эти камни разбирать. Вот казалось бы, феррита должно быть до хера, но нет. Весь кончился. Так, ну а теперь хватит. Надо больше. Животку нашли одну небольшую, можно будет изучить. Такс. Раз, два, три. Да, вот три солнца висит надо мной. При этом всего лишь 33 градуса. Не так уж и смертельно. По сути, хотя мне хочется даже, наверное, потом базу сделать на какой-нибудь ледяной планете. Как вариант. Так-с. Угу. Ну, теперь-то я могу сделать. Я останусь с китайцем. Могу. Кайф. Поехали. Сейчас мы как поставим. Где-нибудь здесь, не знаю. Не ПЗ, но пока интересно. Здорово, хобот, еще раз. Ну, всяко лучше, чем Fortnite, да? Так, ну, дать не знаю. Прям здесь, может быть, влепим. Hell yeah, motherfucker. Смотрите, какой у меня дрындулец 4 есть. Кайф. Урчит. Врум. Блять, прокатимся. Блин, помните вот эти все ролики про монстр-траки, да? Вот прям напоминает. Мне нравится, прикольно. Так, ну... вот я теперь могу вот эти штуки вскрывать, но мне надо сделать атлас пас, получается. Дать его изобретем. Чтобы его сделать, нужен микропроцессор. Микропроцессор я тоже могу делать. Но это нужны нанотрубки и штучка. Я, по идее, могу из звездолета достать. Да. Вылить сегодня выжигало солнце 890 градусов по Кельвину, но это около 600 по Цельсию. Блин, я вот думаю, может не поставить этот самый тоже элитку. Полетать там, посмотреть, что к чему. Пощупать. Мне что в элитке не нравится, так это то, что там ножками нельзя побегать. Вот. Вот это меня смущает немножко. Можно ли машинку призвать? Давай узнаем. Да, можно. Ножками можно? Серьезно? Добавили? Это дополнение? Платное? Или там всем дали такую возможность?
То, что ножками можно, это кайф. От вас спас. DLC Одиссея платная и... Ножки хоть симпатичные, давайте начнем с этого тогда. Блин, что у меня сейчас было желание, типа, на контроле, да, подкат сделать. Ага. Навигационные данные. А, Атлас Пас бесконечный, походу. Понял, кайф. 4700 тенге. Я пока еще в рублях все-таки думаю. Я не до конца перешел на казахстанскую валюту, потому что я решил для себя, что я буду просто через плати.ру покупать все, что меня интересует. Плюс-минус 900. А-а-а. Слушай. Можно будет пощупать. Так. Как смешно подпрыгивает такая. Ёж, по идее, еще можно прям жесть как улучшить. Подвеска скольжения, подвеска улучшающая сцепление, подвеска для заноса. И кучу груза можно закинуть еще. Слушайте, штука полезна реально. Ладно, поехали на базу пока, наверное, да? Он сам попал. А, смотрите, если я нажимаю влево, то он поднимает закрылочки. Hello? Что вы делаете на моей планете, я не понял. Я думал, тут их нет, а они, оказывается, есть. Блин. Обидно, ну ладно. Будем знать, что здесь есть черви, получается. Будем знать. Так, ладно, пускай стоит. Планетарные глисты, походу, да. Так, смотрим. А, я не изучил рецепт, походу. Я просто открыл кучу всяких вот этих вот строительных для себя. Блок маскировки электропроводки. Ну-ка, давай. Но это нужен хром-металл. Давайте-ка сделаем. Я меди там надыбал дофига для этого. Ну как дофига, немножко. Пускай добывает. Давайте сделаем вот это, вот это. Плюс у меня еще 10 этих есть модулей для открытия строительных штукенций. Но лучше на эту самую, наверное, тогда отправиться на станцию, там прожать. Кроватку теперь могу себе сделать, кстати. Ложе для любви, на которой нельзя лечь, к сожалению. Блин, обидно. Ну ладно. Нужен звездный шелк, чтобы сделать кресло. У меня его нет. Так, ну ладно, этим потом разберемся, этим потом займусь. Так, забираем, давай. Что я там делал? Я что-то там изобретал, да? Да. Я изобретал вот это, блок маскировки. А, то есть куда угодно поставишь, и все будет скрыто, да, получается? Но теперь вот эта хреновина видна. Значит, да, по идее, скрыло, действительно. Окейушки.
Стекло. А я могу делать стекло? По-моему, нет. Да, мне надо его изучить, получается. Ладненько, полетели тогда наверх, получается. Хотя можно же через портал запрыгнуть. Да-да, через портал, наверное, лучше прыгнем. Отправиться. Колония, база, наблюдатель. Звезды, нет, это не то. А, нет, нельзя отсюда, слушайте, прыгнуть. Понял. Здорово, пандыч, как дела? Я, конечно, не бобер. Но перволи только так. Ай. Тихо. Текс. Вызываем космическую аномалию. Тыщ. Кайф. Удобно, да, как Uber фактически приезжает. Что, я разогнаться не могу поблизости? Ну да ладно. Главное, что смогли залететь. Ау. Мои глаза. Там откиш, что ли, кто-то? Или что это за значок такой? Что-то игра сегодня плохо себя чувствует как-то. Подлагивает малёх. Да что такое-то? Было все нормально до этого. Это все Fortnite виноват, я уверен. Из-за него все проблемы. Так, исследование звездолета. Вот, строительные исследования, давай. Во. Ангар Наутилона для подводной лодки. Давай изучим. И по идее у меня кончились, соответственно, все, да? Да, последний использовал. Я еще хотел для костюма изучить кое-что. Вот, исследование экзокостюма давай. Меня интересует... Вот это. А, блин, мне не хватит нанитов, оказывается, ёпросто. Очиститель уши что-то даст, а... Вообще тут можно вроде как автоматически добывать ресурсы, насколько я понимаю. Вот. Но мы до этого дойдем еще. Потому что, ну, пока слишком много всего, да? Я немножко теряю все, но постепенно дойдем и до этого. Такс. Ага, вот это можно будет продать. Что я хотел? Я хотел вот так вот прожать, потом суды. Угу. Загружаем. А, блин, я скрыл систему, ёпрст. А, вот, загрузить все, да. О, 600 монет, кайф. Все, ништяк, поехали. Не, у тебя же портативный. А, нет, его я улучшил. Ты этот имеешь в виду? Да, его я подулучшил, малёха. Его можно улучшать вот так же, как и вот здесь, фактически. Я там вставил какой-то новый модуль, но я хочу подкопить на более мощную пушку, фактически. Но она стоит миллион, типа. Дай что-нибудь еще купим. Для нашего костюмчика. Реактивные ботинки, эффективные водометы. Водометов реактивного ранца, уменьшая расход ресурсов системы жизнеобеспечения экзокостюма.
Ну, вот, кстати, для подводных путешествий фактически штукенция можно взять. Но мы, наверное, может быть, кислородный маршрутизатор. Блин, все хочется взять на самом деле. Личный очиститель, кстати, штука полезная. Когда будешь планету насквозь грызть, нельзя. Я проверил, я, короче, хотел залезть до одной штучки. Там в определенный момент упираешься в землю и не можешь дальше продвинуться фактически. К сожалению. Я вот на первой планете своей бегал, да? Изучал там язык этих пупсичей, короче. И собирал штучки для изучения новых ресурсов, ой, новых рецептов. Тупо нельзя, к сожалению, глубоко копнуть. Так, а как мне этот очиститель типа зарядить, извиняюсь? Использовать, допустим, вот запас топлива. Давайте сразу, наверное, зарядим, да? Пускай будет. Так. Нужно кислороду и серебра, и меди. Блин, я все медь расхерачил. Ну ладно. Пошить тогда в космос получается. Астероиды взрывать. Пофармим серебро, потому что оно только там добывается активно, по-моему. Я бы еще какие-то миссии на космических станциях поделал, посмотреть, чтобы что они в принципе дают, да? Какие там ресурсы, может быть, не знаю, модули улучшения, рецепты или типа того. Вот как вчера с заводом было, допустим, да? Пушка тебе, чтобы грабить караваны, смотря где именно, но вообще, да, здесь можно чем-то таким заниматься, как я понял. Вот, то есть можно охотиться на животных, дабы добывать с них мясо, например. Или можно, например, драться со стражами на планете, потому что когда ты добываешь с планеты какие-то определенные ресурсы, на тебя прилетают охотиться стражи, и они очень больно кусаются, кстати, вот серьезно. Меня чуть не размотали один раз. Так, ну заодно и топливо подобываем. Но пока только золото выпадает преимущественно. А вот и серебро посыпалось. Ну вот надо бы, наверное, скататься на ту планету, на которой мы вчера были, да, кучу золота достать, чтобы, ну, денег нафармить, дабы корабль там улучшить до более хорошего класса, например. Вариант. Ушки там помощнее поставить. Багажник тот же самый пошире сделать. Знаете, что я подумал? Погодите. Давайте-ка вот так вот, наверное, сделаем, да? Мне опять, кстати, предлагают старообреческие нарядики купить. Ужас какой. Так, плейлисты. Смотреть весь плейлист. Давайте, наверное, музончик включим на фоне, да? Где там, допустим, 50... Пятый. Сориентируйте по звуку, как нормально, ненормально будет, да? Пускай на фоне играет, пока мы тут чилируем все равно.
Можно даже погромче сделать. Чуть-чуть. Например, вот так вот. Да. Ништяк. Э, куда? У меня отняли мои астероидные поля. What the fuck? Мне вот эти вот, типа, нравятся молнии в астероидных полях, прям классно смотрится. Грохочет. Страшно. Так, а сколько там надо собрать? Давайте посмотрим. Серебро есть, нужно медь и кислород. Надо на планету падать. Давайте полетели потихонечку. Начинается. Не хочу я ПВП заниматься космическим чё-то. Где-нибудь здесь можно будет приземлиться, в принципе. Стоп. Чья-то база? А, нет, это сгенерено. Давайте тогда здесь сядем. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут есть. Уничтожаем. Это аптечка, по идее. Да, здоровье восстановлено. Что у нас внутри? О, мужик. А, смотрите-ка. Продают штучку. Более мощный мультитул. How much? 2 миллиона. Пипец. Продавец технологии, ну давайте посмотрим. Приобрести компоненты, давайте посмотрим, что у тебя есть. В принципе, карта улучшения экзокостюма. А. Можно взять. Чертежи, приемник телепорта, нейронный стимулятор. А, то есть это вместо того, чтобы открывать, его можно так купить, да? Понял. Хотя нет, это просто торгаш тоже. Ну ладно, понятно. Что-то еще есть. А вон пост торговли, кстати, можно продать. Вот это, например. Золото оставлю. Мордит. Я пока не понял, где мордит используется. Дать, наверное, продадим. Платину, наверное, тоже можно продать. Пока что. Вроде нигде не используем. Идола продаем. Шестигранное ядро. Но оно нихера не стоит, по сути. Поэтому пока оставим, наверное. Извлечь халявные наниты, давай. Навигационные данные, давай. Немного углерода. Берем. Все берем.
Так, нам нужна медь. Соль. Соль. Медь, ага. 800. 600. Ну, получается, сюда отправимся потом. Так, что-то можно спереть. Пам-пам-пам-пам. Не особо. Это можно будет пощупать. Немного нанитов давай, и вот это надо обязательно тоже потрогать. Вот написано нанести на карту, но я не знаю, как этой картой пользоваться. Я до сих пор не встретил упоминаний, как пользоваться вот картой планеты конкретно, да, хотя с другой стороны, как они ее тут реализуют, непонятно, загадка. Так, ну что, давайте попробуем призвать драндулет наш. А, так просто, изи, кайф. Ну, я думаю, за это используется, наверное, навигационная вот эта метка, по идее. Ну, не шибко быстрее, конечно, но получше все-таки, я считаю. Надо еще улучшить, ее будет, естественно, потом как-нибудь. А, сканера даже нет. Понял. Так, плюс мне еще кислород нужен будет. Надо не забыть. Я скатился. Опять. Вечно такое со мной происходит. Не, слушайте, под музычку прям очень приятно этим всем заниматься, знаете, так умиротворяет. Кайф. Я бы, конечно, по другой музыке все бы это делал, под более... специфичный, да, но его, к сожалению, нельзя стримить. Потому что авторские права, поэтому имеем то, что имеем. Так, кислород. Кислород, кислород, кислород. Это углерод, но давайте тоже возьмем все равно. Ай, да как ты так достаешь-то, а? А еще я заметил то, что у меня вот одна из жизней... была уничтожена вот слева в верхнем углу. Как ее восстановить, я до сих пор не понял, если честно. Это вот когда я со стражами, видимо, дрался, они меня накостыляли хорошенечко. Или это типа дается всего тебе на это прохождение? Ну, вроде как-то мало тогда. Наверняка как-то можно, короче, восстановить, я просто пока еще не понял. Потом разберемся, получается. Так, все, собрали себе аэрационную мембранку, кайф. Дай тогда еще ячейку инвентаря, получается, найдем капсулу эту. Далеко. Давай метку. Ну, на тачке прокатимся, не будем пока звездолет наш использовать. Все-таки не зря же машину собирали себе, да? Не нравятся мне эти крокозябрики. Они всех убивают на моей планете.
Меня это напрягает. Смотреть «Сопрано» под пивко. Я смотрел «Сопрано» под банановый шоколадный кекс. И это лучше, чем под пиво, я считаю. Я на секунду подумал, что машина такая типа... Здорово! Эй, лоурайдер, угомонись. Поехали. Да, она прям так может, да? Let's go. Даже объезжать не надо, кайф. Можно просто на правом катиться. Ну и как-то что может быть лучше? Конечно же, стрим Джифана под квас. Ледяной. В жаркую летнюю ночь. В разы лучше. Я считаю. Прям 10 из 10, я бы даже сказал. О, кайф. Ну-ка, я отпустил, вот, не трогаю. По инерции едет. Здорово, хек, как дела? Камера такая особо не подкрутишь. Ой-ой-ой, как заносит, оказывается. Декс, привет. Декс, пока. Декс, амогус. Я работаешь? Я о работе особо не говорю. Стараюсь как бы не привносить ее, да, на стримы. Внезапно амогусом стал панда. Шок. Просто шок. Я думал, ты не такой, а ты оказывается такой, да? Понятно, понятно. Так, с модуля улучшения костюмчика давайте. Углеродные нанотрубочки нужны, давайте сделаем. Можно на вездеход закинуть, тоже на вездеход. Тоже давай на вездеход. Так, новая ячейка инвентаря, чек. Ништяк. Ладно. Нужна соль. Поехали добывать. Больная суть надо изолировать и уничтожить. Я думал об этом, кстати. Я думал. Но пускай. Может быть, ее потом какой-нибудь хищник сожрет, да, и таким образом отравится и умрет. Еще бы и нет. И она и так есть. Мне, как настоящему петербуржцу, недостаточно, чуваки, вы же знаете. Я мальчик с большими аппетитами. Она еще и зеленая. Кайф. Лего поменял ник, да? Пусть все верно. Такс. Ох, эти неформалы, слышь? Ты неформал, ты не трогай. Я сам один из них. Панки хой, всегда бухой.
Так, давайте с этой стороны подсосем остатки. Ну, вроде бы подчистую. Угу. Ты че, есть понятие нефором? Без понятия, наверное, есть какая-нибудь там год маме Милкерс, мадамы наверняка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О, найс. Я бумер неформал. Мне ни одно другому не мешает, как бы, понимаешь? Я совмещаю в себе два мира. Мяу, мяу. Дрифт планетарный. Так, погоди, дайте дальше смотреть, что нам еще нужно. Понял, отсюда не посмотришь, да? Кристаллический сульфид. Это что такое? Это, наверное, надо где-то добыть. Давайте под воду нырнем тогда. Так-то все большие неформалы сейчас бумеры. Здравое замещение, кстати. Нырнуть его пытаешься, но вот этим и ПУ заниматься, по сути, кстати. Ради этого и ПУ сюда, чтобы поискать там нужные минералы, соответственно. Я же себе специально для этого улучшалку поставил. Панцирная устрица. Дать к ней сплаваем. Прям я задамашил, когда я прыгнул так под воду. О, кайф. Блин, мне нравится счет. Балдеж. Все, чуваки, мы в Субнавтику играем теперь. Получается. Крабекулы бегают он. Всякие. Блин, кайф. Реально, мне нравится очень. Чистый феррит, кислород. Это что такое? Хлорди гидроген. Ферритный полиди гидроген. Это что такое? Цитофосфат. Но пока не нахожу нужное мне. Чистый феррит, дигидроген. Но тратится, конечно, максимально быстро. Вот как только заряжать, могу ли я заряжать? Походу нет, походу надо выныривать, короче. Проплыл, да, проплыл. Давайте тогда всплывем. Вечная водоросль, давайте возьмем. Чистый феррит, углерод, хлор, дигидроген, ферритная пыль, панцирная устрица. Ай, бля, больно. Ай, ёпта мать, кусаются. Найс. Залутали что-то дорогое, походу. А, так это еще и не та панцирная устрица, которая мне была нужна. Ну, их тут много просто, походу. Mm.
Тихо, дядя. О май. Давайте соберем. Пипец, чел, ты в скафандре, какая разница, вакуум или вода? Ты все равно с собой носишь запас, а отдельный модуль нужен, ну ды. Ну так-то я и могу плавать какое-то время, но просто, видимо, не такое большое количество, как в открытом космосе. Хотя, справедливости ради, да, в вакууме мы еще ни разу не были. В вакуум я открытый не попадал пока что. Поэтому кто знает, насколько меня там хватит. Ну да, я думаю, у меня побольше будет запас кислорода, конечно, если честно, но ладно, так тоже сойдет. Вот только где добыть ту штуку, которая мне нужна. Иона что-то там, пропам. Это непонятно пока. Жаба росли похавай. Ням-ням-ням. А где они? Я ж брал. А, это испотр. Не, ну я ж какие-то все равно растения собирал, но ничего нету. Странно. Очень странно. Давайте хвор соберем. Мне, по-моему, надо дальше открывать рецепты, соответственно, у Нексуса, походу, на изготовление всяких кислот и тому подобного, вроде как. Что-то мне подсказывает. Да, вот я же вот это вот собирал. Водорослевый мешок. А, пополнить запас кислорода. Ну вот и жабросли получается, да? Пожрали. Самые настоящие. Интересно. Такс, это что такое? Собрать можно? Нельзя. Именно буковка Е, я имею в виду. Какая мерзительная срань. О, гадость. Да. Так, давайте всплываем, получается. Прикольно, что, кстати, вот прям из-под воды видно, да, планета. Я сейчас что-то вверх не могу поднять мышу. Но, тем не менее, там можно заметить, когда под водой плаваешь. Такс, ну чё? Можно вот этих штук, в принципе, пособирать. Драгоценность частицы сознания. Ну как? Сжатый минерал. На машине под воду? Я так понимаю, в тебе проснулся дух маленького исследователя. Давайте посмотрим. Ау. Анимации, конечно, в этой игре прям, скажем честно, не самое лучшее, к сожалению. Современный гейминг меня все-таки, ну, приучил немножко к более гладким таким анимейшенам.
улучшенные ласты, типа, чтобы быстрее под водой, да, есть. Ну, слушайте. Я удивлен. Но это работает. Ха? Краб такой, what the fuck, это что такое? Машина здесь. Достали. Ой. Давай, малютка, давай. Блин, сцепления-то нету с этим самим. А, типа, если слишком глубоко заезжаешь, то... Вот получается то, что получается, так понимаю, да? Да, потому что я больше двигаться не могу. А, не, вы приземлились наконец-то. Ну, поход, подводку, да, но надо еще найти эту глубину, получается, будет нам. Мы как мы займемся этим однозначно. Давайте выплывем отсюда. Где там берег-то, блин? А, во. Все, нашли, наконец-то. В машине... У машины есть батарейка слева, снизу. Двигатель ядерный, соответственно. О, выпали. Так-с. Ну чё? Наша база там. Наш звездолет там. Поплыли к нему, получается, да. И полетим опять наверх, получается, на ту станцию. Машину на глубину. И там восполнять кислород. Ну, технически, наверное, можно. Слушай, так, зачизить немножко. Но я не знаю, насколько здесь глубокие водоемы есть, да? То есть это пока что наш первый, в принципе, опыт был. Вот. Но мы в озеро маленькое окунулись фактически. Я-то так рядом с морем, по сути, живу. Можно будет посмотреть, как там будут дела обстоять. Но мы проведем такой эксперимент тоже однозначно. А, мышкой нельзя особо крутить, да, пока катаешься. Понял. О, кайф. Прикольно. От первого лица даже приятнее, на самом деле. Ну-ка, уничтожится? Нет, не уничтожается. А вот все остальное только так носится. Трясет только жестко. Плюс, ну, инерция прям у мышки в кабине жесткая тоже. Давайте туда съездим. А, прости, пожалуйста, животинка. Раскаленный ливень. Но мы в тачке так, нам не страшно, по сути. Давайте, пока не началось. Я протягиваю руку и прикасаюсь к красивому камню. По моему телу проходит дрожь, а мое сознание наполняет истинная история геков. Мы, хозяева галактик, смотрители космоса, любой враг преклонит колено перед всесильным гекским доминионом. Мы первороды, взгляни на наши трули и оставь надежду. Найти древние знания. О-о-о. Что-то, видимо, очень далеко находится. Обнаружены исторические данные, надо посмотреть, покататься.
Давайте туда сгоняем. А, смотрите, буря, кстати, действует на мою машинку. Типа слишком перегретая атмосфера для нее получается. Интересно. Дайте-ка, наверное, чуть-чуть, может быть. Музончик сделаю, да? Описанное колесо должно помочь. Я помню, когда начинал смотреть «Похороните меня за плинтусом», да? Там то ли дед главного героя, то ли отец пописал на замок замерзшей Волги своей, да, чтобы ключ вставить и отпереть машину. Мне еще так максимально неприятно стало с этого момента. Жесть. Так, давайте взлетаем. Фу, вот именно. Но книжка, конечно, 10 из 10. Она мне очень понравилась в свое время. А вот фильм я так и не досмотрел. Забросил. Давайте спокойненько полетим пока. Не хочу торопиться. Вон там еще и восход прямо перед нами. Хай. Не, симпатично. Симпатично. Так, ладно. Давайте прискуримся. Эти звуки дождя еще балдежные прям. Книжку не читал, но фильм тоже не зашел. Ну вот да, фильм какой-то реально прям отталкивающий максимально. Но книжку я проглотил за один вечер фактически. Бабка максимально неприятная, но она и в книжке такая, если что. Ну, там, в принципе, в этом и суть фактически. Но я давно читал, я уже почти ничего не помню практически. Реально многое забыл. Зависнуть, выйти... Нет, нельзя, кстати, нельзя такое сделать. Тихо-тихо-тихо. Потому что, типа... приземление, да, и выход из кабины своего звездолета на одну и ту же кнопку назначен. Ты типа не можешь выпрыгнуть на ходу. Уебаться о планету можно, но мы не будем этого делать. Я так пару раз в дерево влетел. Было больно. Угроза, но мы пускай летает. Сегодня уебався, аж лобовое стекло треснуло. Так, в смысле, налет пиратов на планету? Ох, блядь. Приземлились, называется. Блин, у меня еще атмосферных боев не было, кстати. Минус один. Эти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-та. Нихера не вижу. Порва. Нейс. Кайф, фарики. Так, а где? Вот, все, нашел.
предприниматель. Да, это я. Тихо. Ты куда так? Я ж нажал приземлиться, ты чё? Зарофлил он на мне так жестко. Древняя руина. Ну, я бы назвал это древняя нихуя на самом деле. Ну да ладно, давайте посмотрим, что тут у нас. Горшочки. Разобрать нельзя. Гравитинный шар. Что это? Стража продолжает поиск. Не надо продолжать поиск, пожалуйста. А это то, что я должен был найти или как, интересно? Нет, тут еще куда-то можно пробуриться, смотрите-ка. О! Большой ящик артефактов. Иля. Ага. Так, ну вообще меня стражи запалили. Давайте посидим, паныкаемся. Ключи тоже... А, рядом? Кайф, спасибо большое. Сейчас тогда покопаем. Я уж расстроился просто. Кубик Лего дрифт. Не-не-не, это не Лего, это знаешь, типа дупла. Вот эти вот все. Китайские поделочки, однозначно. Не помещает в случае чего, да? Понял. Вот эти довольно жесткие, кстати, собаки. Через бинокуляр свой, да я что-то посмотрел, как-то не нашел ничего. Надо будет опять под землю залезть, наверное, позаркать. Это камень знаний. Неизвестное здание. Вот это что ли? Гравитный шар. Ну нет, это то, что я уже подобрал, по идее. Вроде как. О, блец. Мама. А, нет, вон там что-то есть. Разумная Россия, но это не то. Сверх посмотреть, да я бы рад. Но у меня тут это самое. Ням-ням-ням-ням-ням. Тихо. Я пошел. Удачи достать меня под землей, пупсище. А, его чинят там. Зачизили немножко. Фиакс.
Нет, это далеко. Разумное растение. Еще один гравитный шар. Фрагмент артефакта. Я так понимаю, вот это нужно мне, да? Верно. Надо таких три штуки найти, получается. Теперь две. Все, кайф. Подземные гномы вперед. Главное потом выбраться отсюда. Ага, вот мы, кстати, в предел земли уперлись. Или нет, или что это? Но здесь я копать больше не могу. А как тогда достать? Если я туда прокопать не могу. Ну, типа, как туда? Копаться. Или все, типа ГГшка из-за рандомной генерации. Блин, ну обидно так на самом деле. Не дает. Да, вообще не хочет. Дать к тому, тогда фрагмент сходим. Может быть, их тут больше, чем нужно, как бы расположено. Кайфы. Фрагмент артефакта. Ну, давай попробуем. Да, вроде больше, чем нужно, кайф. Отлично тогда. Шик. Найден редкий предмет. Гофропапоротник побеги. Примерно возраст 665 лет. Эффективное целебное растение, которое поможет содержать секреты лекарства от простуды. Его необходимо немедленно отправить в надежный центр клонирования. Excuse me. Тысяч так стоит, кстати. Я так понимаю, больше я ничего с этим сделать не могу, да? Чего новое? Пропустил надпись. Так. Страж, гравитный шар. Меня вот это заинтересовало. Давайте, наверное, сначала гравитный шар сопрем. Все-таки. Хобот, давай, удачи тебе. Спасибо, что потусил с нами. Приходите еще. Будем дальше покорять космос. Так, это разозлило стражи байзовой. Так, ну раз их это разозлило, то я, наверное, попробую сдриснуть отсюда вам. Мама.
Не надо, вражеская, что-то там на меня вызывать не надо. А я не могу сесть теперь, да? Да, не могу. Понял. Ну иди сюда, красавчик, тогда. Я, малёх, только метку потерял. Куда я именно хотел засесть? Где именно я хотел найти это вот разумное растение, да? Блин, не могу сесть из-за этого теперь. Ну что за бред? Ух, как больно было. Блин, это двое, что ли? Да. Ну, живучий гад. Все, отстаньте от меня, дайте почилить. Да камон. О, все, хотя бы приземлиться смог. Осталось только потерять хвост, получается, да? Подкрепление прибудет через... Бегите или спрячьтесь. Но я сомневаюсь, что они прям сюда прилетят. Дайте встань. Вдруг не заметит. А где я видел... интересную штучку? Блин, я теперь не найду, наверное. Даже несмотря на то, что метка была поставлена. Блин. Хотя нет, есть какая-то вон древняя структура данных, можно туда будет сходить, в принципе, там посмотреть, что к чему. Вообще, нет, не там, где машина, нет. Не рядом с машиной то, что меня интересует. Угу. Все, ништяк. Давайте сбегаем. Забияка. Это я. Я такой, да. Я могу. Фактически мартышка. Это что такое? Выглядит зловеще. Навигационные данные. Мама. Навигационные данные, навигационные данные. Ну, давайте соберем. Халяв. Карта улучшения экзокостюма. О, кайф. Балдерненько, слушайте. Прям очень хорошо. Ай. Это что это такое? Меня задамажило, интересно. Это что такое? Звезденика. А, можно будет собрать... потом продать, наверное, да? М-м-м.
Модуль подводной защиты, кстати, выпал нам только что на халяву. Круто. Для нашего Наутилуса, наверное, да? Дать немного подобываем. Нет ячеек, сейчас исправим. Погоди, погоди, не ругайся на меня. Звездолет слишком далеко, да? Давайте подойдем к нему. А я вроде ставил улучшающий портал для него, но телепортатор, точнее, вроде нет. Нет, я его точно рассматривал. Да. Я типа не стал его улучшать, ну, чтобы вас не лишать процесса. Чтобы вы тоже понимали, как это работает. Забияка скиталец. Да, это тоже я. Ходить люблю, пиздец. Как в анекдоте. Угу. Это еще можно собрать, в принципе, там сжатый углерод. Дело полезное. Угу. Такс. Яндекс доставка летает. Угу. Дайте смотреть. Соответственно, это сервопривод, аномальный материал. Созидание улучшения. Ну, наверное, продам. Давай туда. Гравитинный шар. Угу. Можно продать. Давай на звездолет. Живая жемчужина на звездолет. Кристаллический сульфид. А не его ли я искал, кстати? Откуда он выпал? По-моему, мы его искали, да. Так, давай это тоже на звездолет. Аэросонная мембрана экзокостюма. А, все-таки нет. Для моего костюмчика. Резко увеличивает время нахождения под водой. Давай. Круто. Вот только теперь у меня не хватает, ну, ячеек. Мне надо, получается, больше, что ли, где-то найти. Ну, вкачать как-то свой костюмчик, короче. Интересно. На станциях можно купить. Ну, значит, я правильно понял. Кайф. Дай туда слетаем. Надо ускоритель заправить. Угу. 2 минуты лететь далеко, кстати. По сути. Блин, я думал, получится нормально пролететь, но не получилось. Ну ладно. Малех, повыкобенивались и хватит. В принципе, можно будет вот эту вот капсулу пощупать, да, улучшить костюмчик себе, наверное, немножко по сюжету подвигаться. Чуть-чуть. Капельку. Малех. Хотя, с другой стороны, блин, приятно вот так вот летать, да, чем-то заниматься фактически. Технически мы же все-таки прогрессируем. Mm-hmm.
Ливень, ну не страшно. Да, чуть погромче сделаем. А это что такое? О, это обломки корабля, смотрите-ка. Давайте присядем. Сейчас только дождь кончится, да? Можно будет ощупать это все. Надо бы пищейку сделать. А, у меня кислорода не хватает, блин, да. Давайте антиматерию тогда заранее намутим. Пускай будет. Можно на продажу, в принципе, закинуть. Давайте как-то так, наверное, раскидаем, может быть, не знаю. Да, типа того. Относительный порядок попробую навести. Так, я могу в личном очистителе что-то подразобрать, там мне особо нечего, в принципе. Что там еще, ливень, да? Да, погодка, конечно, шепчет. Ладно, похер, давайте. Меня, в принципе, не должно сильно колебать. Журнал поврежден, доступны фрагменты. Прочитай журнал. Date stamp. Любовь моя, завтра я нырну в черную дыру. Я знаю, что мы решили не... Они выслушали мои предостережения, нецелесообразности отправки такого большого суда через разлом. Но они же гордые, тщеславные существа. Мы вышли в небе над аномалией. В самой действительности нет здесь места. Ландшафт в прошлом горной планеты ныне. Место развлечения невидимого врага, усыпанное огромными шестиугло-трипи. Давайте в укрытие заныкаемся. Соберите материал с места аварии. Конечно, ничего не собрал. Фекалии, я опять начинаю с 25, а? Какашки эти? Так, ну надеюсь, меня не будет сейчас кошмарить. Радиации, блин, да, начинают все-таки, к сожалению. Немножко подбешивает, конечно, эта тема. Да, ну тут все закопано, надо скапывать, получается. А что ж такое? Во, все. Ведь. Смотрим. Извлеченные данные, но сойдет. Так, закопанная есть, говоришь, да, вот здесь, по-моему, да. Да. Еще одна капсула. Единичка нестабильного геля. Вот там есть. Здесь и здесь. Давайте вот это, наверное, сначала. Скопаем.
Как она глубоко заныкана, да? Может, что-то интересное будет? Смотрим. Еще один теплый конденсатор. Ну окей. Не знаю, для чего он пока. Разберемся потом. Для крафта, наверное. Что-то мне подсказывает. Так, там что-то персонаж жутко колбасит на фоне. Экранированный дуговой кристалл. Звучит дорого. Богато. Так, ну, большую часть, походу, вскопали, да? Отлично. Давай. Так, что у нас тут? Немного силикатного порошка и варп гиперядро. Звучит супер дорого. Кайф. Полетели дальше. Вот этот трек мне прям что-то доставляет немножко. Смешно немного, но приятно. А, там еще неизвестное здание, кстати, есть, можно будет. И причем рядом еще, кстати. Там, если будет торговый пост, то можно будет что-то продать и купить, как вариант. Давай, 30 секунд полета, в принципе, нормально. Не, прикиньте, конечно, все вот эти вот расстояния пешком преодолевать, да, это ж офигеть можно. Тут можно, ну, чтобы целую планету обойти, ну, много реального времени потребуется. Дохерещ фактически. Так, чем прилетели? Да, вот здесь шахта какая-то, смотрите. Или что это? Это просто пещера такая. Я аж понадеялся, сейчас шахтеров встретим. Немножко навигационных данных. Оп. Звуки страшно раздаются. Гек-нип, это что такое? Сейчас исправим, погоди. О, супер дорогую штуку нашли, кстати, смотрите, как кайф. Съедобный продукт крайне популярен среди гекков. Позволяет клювоносым торговцам в течение продолжительного времени выпускать облака ароматных газов. Применяется в строительстве. Лучше продам. Так, мы же все забрали, да, по сути? Да. Так, чиним. Нужен контейнер для антиматерии и углеродные нанотрубки. Давай. Нужен углерод. Блин, надо достать. Да, и здесь тоже кислород еще нужен. Углерод и кислород. Давайте туда сходим. Кобальт третий. Вот эти должны находиться, по идее. А, нет, тут запечатано, но я не хочу с
скрывать. Это сжатый. Погодите. Да, вот так вот. Так, а вот кислород откуда достать? Из тебя. Этого, наверное, не хватит, по идее. Так, нанотрубки. Да, надо еще кислорода. Там есть, но хочется поближе что-то все-таки. Там тоже, да. Ну, с дерева вроде как можно высосать малех. Нет, только углерод. Микропроцессор. Антиматерия ништяк. Еще один процессор, ништяк, тоже кайф. Так, ну должно хватить, по идее, теперь. Так и быть, из камней подсосем малюхом. Че, мне там контейнер нужен был, да? Давай. Заряжаем. Заряжаем. Ништяк. Так, рядом какая-то база была. Да, вот там 300. Блин, жужжащие мешки, наверное, пока не буду добывать. Хочется, конечно, руки немного чешутся, чтобы потом, ну, кучу денег иметь банально. Ни в чем себе не отказывать, но так и быть, пока не буду. Тихо. Начинается. Сейчас врежусь. Да погоди, чел. Во, все. Можно слезть мои жопы, пожалуйста? По-братски, вас двое, да? Минус один. Минус второй. Отлично. Жалко, что с них ничего не выпало, конечно. Было бы приятно бонус получить после этого. It is Wednesday, my dudes. Уже. Блин, в натуре. Как-то быстро наступило. Ну что ж, всех со среды, получается, мы, ребятишки. Вообще, вот эти чуваки фактически похожи на маленьких лягушек. Смотри, сейчас покажу. В натуре лягушка. Что она нам базарит? Дать на три, ну да. Ну, обучил меня немножко, кайф. Вспоминается видос с аниме-лягушкой.
Там прям так и говорят, лягушка. Всегда что-то с него угораю как-то жестко. Прикольное местечко, что у тебя тут интересного есть, давай посмотрим. Может быть, сюда поторговаться, тут можно где-то посидеть. Радиоматч, что надо, посмотрим, а что такое. Отправленный давным-давно автоматический сигнал БЕСТ, похоже, остался без ответа. Если мне удастся подобрать код, скорее всего, я смогу извлечь его координаты. Дальше 120. Сигнал не обнаружен. Там, наверное, можно было догадаться, но мне так было лень думать. Ладно. Хрен с тобой, получается, золотая вишня. Так. Ну что, можно, в принципе, по сюжету, малюха. С Гамзайн, да? Давайте, наверное, сначала на космическую станцию сгоняем, там распроводимся, соответственно. И потом уже всем остальным займемся. Ох, чат, надеюсь, вы готовы, потому что сейчас картинку жестко посыпет, фактически. Хотя, блин, с другой стороны, я могу сюда залететь, по сути. Да, давайте сюда, наверное, лучше, нежели чем на космическую станцию полетим. О, это и быстрее было, оказывается, даже. К тому же. Вообще замечательно. В этой песне так часто говорят слово «пусть». Даже не знаю, что и думать. О, господи, какая большая очередь. Тысячи людей просто на хабе тусуются, походу, сегодня. Ну да ладно. Такс. А я не помню, тут прям модуль обычной торговли был или не был? Я что-то не припоминаю, малюха. Вроде был где-то. Эй, толкаться неприлично. Можно у этого, кстати, получить халявы. Если знать ему инфы. Немножко нанитов дал нам, да? Угу. Ой, какой малютка побежал. Маленький гоблин. Где-то же я видел, по-моему, терминал для торговли. Видимо, меня малюху заплющу. Ну, тогда можно вот этим воспользоваться, получается, будет. Давайте. Блин, большой. Порталищ. Да, тут можно ко всем остальным при этом запрыгнуть еще к тому же. Давайте вот сюда. У нас там квест находится как раз таки. Знаете, что это напоминает? В Винампе, помните, раньше был эквалайзер подобного характера? Вот, очень похоже. Так, а вот и терминал очень получается, да, давай. Угу. Так, забирай, забирай, забирай.
Это забирай. Ага, здесь это продавать невыгодно, кстати. Надо подсейвить, получается. Окей. Купил свод. Здесь, да, на этой станции покупал. Слушай, а вот этот гофропапоротник имеет смысл продавать? Или надо его реально оставить и что-то с ним потом сделать будет? Просто не хочется обосраться как-то. Вдруг потом пригодится где-то. Еще выпадет? А, то есть можно смело продавать, да? Угу. Понял, спасибо. Почти первый миллион. А, вот, первый миллион, кстати, подняли. Кайф. Ништяк. А, его еще и крафтить можно будет? Кайф. Вообще супер. Спасибо. Так, ну эту часть золота, кстати, можно продать, потому что у меня в инвентаре большой стак валяется. Это можно продать, по сути, еще. Расскажу. Я не особо специалист, но что-то знаю. Ну, да, я понял. Спасибо большое. Ценю. Я, наверное, буду какие-то миссии вот эти вот нексовские щупать вместе со зрителями. Мне вот прям любопытно. Они же вроде как специально заточены к тому же на совместное прохождение вроде как. Если я правильно понял, конечно. Так, что-то я еще хотел продать, по-моему. Да, все, вспомнил точно. Штучки-дрючки вот эти вот. Кайф. Получите звание магнат за начисление юнит. Царь у дворца. Пошлите посмотрим, может там можно пушку более балдежно купить. Оп. Оба. Так, где там продавец Валын? Да, вон он там продает большую берту. Дабстеп ствол какой-то. Ну-ка. О, большой малютка. Берем. Ого. Бэйби. Так, расщепитель, получается, надо вот это поставить. А, ну надо при этом заново, да? Рейсы прокидывать. Понял. Ну ладно, это мы постепенно тогда, получается, сделаем. Дать то, что сможем. Сейчас сделаем, да? Угу. Ну, щит, наверное, не имеет смысла ставить. Что-то он меня как-то это самое немного напряг. То есть, ну, я им почти не пользовался даже, по сути. Надо название какое-то придумать. Это название. Буравчик у нас уже есть, малютка есть. Черт побери. Клатушка. Такс. Пам-пам-пам-пам. При этом можно у тебя еще всякое разное купить. Давай посмотрим. Модуль плазма-бластера.
Улучшить урон радиус взрыва. Увеличивает количество отскоков перед взрывом. Звучит странно. Пламенное копье. Вот пламенное копье прикольно звучит. А, на этом модуле улучшения. То есть это немного не то, что мне нужно. Ну, это модуль улучшения для корабля. Но мне, по идее, не хватит деньжат на улучшение звездолет своего. Да. Надо прям жестко фармить, получается. Ну ладно. Так, погнали по мейн-квесту, получается. Наверное, его сделаем и пойдем отдыхать. Думаю, 3 часа в Fortnite, 2 часа здесь. Ох, все посыпалось, чувствую. И опять мы на этой мрачной планете, блин, тусуемся. А что будешь делать? Вечно нас на нее тянет. А мне интересно, что мне сейчас дадут в плане технологий. Наверняка что-то интересное ведь. Посмотрим. Где-то здесь, да, что-то у нас. А, нам, походу, сюда надо. Понял. Давай тогда сюда. Осторожненько. Оп. Филигранно. Отлично. Экс. Сюжетный музончик заиграл, кстати. Помимо того музона, который у меня на фоне рубает. Нам туда. Да, сначала здесь походим, да? Осмотримся. Халявные наниты. 60 копейки, ну приятно. Тебя потрогать, наверное, нельзя, да. Улучшились отношения с корвоксами. Ну и ладно. Пока не понял, на что влияют отношения с той или иной расой, если честно. О. Забраться по лестнице. О, нихера. Рабочая лестница. Даже в Таркове такого нет. Я шокирован. Даже анимировано. Балдеж. Такс. Нам, видимо, выше. Графическая радиовышка, надо починить. А, зарядить надо всего лишь. Ну давай. Натрием. Голографическая точка активирована. Доступны несколько источников сигнала. В башне расположен мощный передатчик, предназначенный для осуществления голографической связи на больших расстояниях. Если увеличить энергию, возможно, мне удастся восстановить связь. Настроиться на частоту Артемиды. Я пытаюсь найти частоту Артемиды, загружая данные из предыдущей передачи. О, так просто. Артемида, ядрить и стрёмная. Кто? Кто здесь? Ты? Это снова ты, да? Ты ведь не плод моего воображения, не сон?
Ну, я вполне сериален. Прости, но здесь трудно соображать, что-то не так с... Иногда проще создать новую реальность. Мне казалось, что ты плод моих фантазий. Прости. Я не упомню, когда приходилось слышать чужой голос, особенно с тех пор, как мне пришлось вырубить динамики своего экзокостюма. Сколько страшного мне довелось услышать. Кто это? Сквозь помехи видно, как незнакомка улыбается. А это все-таки она, да? Кайф. Я такая же, как ты. Ты ведь звездный странник, да? А что имеешь в виду? Я не получаю словесного ответа. Мне передают образ, красную звезду и хрупкую на вид планету. Внутри я вижу какие-то формы и слышу голоса, которые не могу понять. Я вижу живых существ, населяющих все, даже самые дальние уголки галактики. Я вижу первый вдох незнакомки, чувствую стремление к звездам. Я вижу себя и понимаю, что сплю в алой пустоте в ожидании сна о далеких мирах. Сквозь тьму я слышу голос. Обнаружена аномалия. Обозначение «Странник». Пробудиться. То, что ты видишь, преследует меня с момента пробуждения. Полагаю, тебе это тоже знакомо. Мы — странники, открыватели миров. С тех пор, как твои глаза впервые открылись, ты чувствуешь, что отличаешься от других. Как чувствую это и я. Я здесь и нахожусь из-за поисков... Наконец-то встретиться. То, что тебе удалось поймать этот сигнал, не может быть простым совпадением. Скажи, у тебя еще остался журнал данных с того разбитого корабля? Ну да. Я загружаю записи своего экзокостюма, включая ту странную полученную мной передачу и данные, которые мне удалось найти на разбитом судне. Большая часть моего снаряжения повреждена. Я в полном одиночестве без транспорта, не на забывшей о солнце планете. Я даже не знаю, когда меня доходит твой сигнал, но тот корабль, что тебе удалось найти когда-то, он принадлежал мне. Возможно, надежда еще есть. Нужно понять, где мы находимся. Если создашь усилители сигнала в этой системе, мы сможем зафиксировать твое местоположение. Я смогу выбраться отсюда, и ты получишь ответы, которые ищешь. А, давай. Спасибо, странник, ты спасаешь мою жизнь. Ты сможешь меня найти. Проведите триангуляцию, разместите первый маячок. Ага, их надо несколько, получается, сделать, да? Углеродные нанотрубки и металлическая обшивка. Но мне углерода надо быть. Давайте тут его благо в достатке. Да, плюс мне надо еще улучшить свой этот самый расщепитель. Я его технически поулучшил, да, но не до конца еще. Мультитул. Давай. Трубки и герметик, да. Более мощный расщепитель поставили. Вот квантовый компьютер я, по идее, сам собрать пока еще не могу. Я знаю, где эти рецепты открыть. Хотя я могу сделать отражатель, но мне серебро нужно. А, не, могу сделать, кстати, квантовый комп. Кайф. Но это надо медь переработать в металл. А я все меч, что ли, куда-то уже впихнул? Серебро. Куда я все меч подевал? Не помню. Так, не-не-не, стоп. Это не то, что я хотел. Не то, что мне нужно, получается, окей. Блин, может, у меня в тачке моей... Ну, я вроде мне ничего не скидывал особо. А-а-а,
и я не могу здесь это сделать, потому что здесь нет станции. Это любопытно. Ну ладно, мы усилили наш расщепитель. И то хорошо. Потом его да улучшим, в принципе. Да, он помощнее стал однозначно. Кайф. Блять, вот эти вот тыковки пособираем. Надо будет только проверить, как он именно стреляет еще. Мне интересно вот это вот. Но все равно очередями наяривает, понял. Ну, тоже сойдет. Так-с. Мы усилители сигнал хотели поставить всякие разные, да, давай. Давайте один здесь, наверное, влепим. Точка триангуляции, давай. 33%. Добрейтесь до точки триангуляции. А, это вот туда. О, далеко. Вне планеты аж. Давайте тогда запрыгнем. Или может быть на базу. Да, давайте, наверное, лучше на базу. Загоняем, дабы на сегодня уже закончить. Хотя зачем на базу, если можем, в принципе, здесь встать. Ладно, давайте все-таки до базы действительно долетим. Тут, в принципе, недалеко. Немного странно, конечно, наблюдать то, как планета малюха изменяется, да, перед, ну, во время того, как ты летишь. Реально смущает. Вот как проседают там те или иные вулканические штукенцы. Так, ну вот и наша маленькая база получается. Сохраняемся здесь, давай. Все. Сейф есть. Можно выходить, соответственно. Что ж, дорогие друзья. Спасибо большое всем тем, кто заглянул на огонек, получается, да? Пойдемте-ка мы, наверное, не знаю, в Холинар сходим. Посмотрим на бесконечное лето. Он там допроходит. Позасыпаем под бесконечные приключения Семена. Вот он наверняка скоро закончит. Так что вас тоже пошлет всех в баньки. Все, всем чмоки в щеки. Получается, спокойной ночи, да. Обнял, приподнял. До завтра. Точнее, до сегодня точно. Да, ведь среда уже как-никак. Так что да, сегодня встретимся еще раз. Пока-пока. Я и раньше подозревал, что на самом деле она не совсем та, кем хочет казаться, но никак не ожидал столь разительного преображения. Лена, удивительно, чем-то напоминала Алису, а в чем-то даже была жестче и суровее. И теперь непонятно, как себя с ней вести. Я попросту начал ее опасаться.